20 марта в Ульяновске стартует 13-й фестиваль театров «Лицедей». В торжественный день в фойе драматического театра зрителей ждет спектакль в исполнении артистов клоун-театра «Пластилиновый дождь» и музыкальное шоу «Звуки театра». 21 марта «Лицедей» откроет свою программу в Димитровграде на сцене ДК «Восход», где мастера Ульяновского драматического театра имени Гончарова сыграют премьерный спектакль «Малу» по пьесе Мишель Лоранс «Мой век» в постановке Максима Копылова. Этот фестиваль будет особенным, он проходит в год театра, и мы очень надеемся, что все наши мероприятия, спектакли и всяческие креативные, интерактивные зрелища, посвященные этому делу, вызовут интерес у наших зрителей и у ваших читателей. В день открытия фестиваля ценители театрального искусства и деятели театра также отметят очень важную дату. И открытие фестиваля для нас будет таким двойным событием, потому что в этот день мы еще будем праздновать 75-летие регионального отделения Союза театральных деятелей. 22 марта Ульяновский драматический театр продолжит конкурсную программу и представит на родной сцене версию пьесы Александра Островского «Бесприданница» в постановке Владимира Золотаря. Особенность спектакля в том, что зрительские места располагаются на сцене. Действие идет на авансцене и в пространстве зрительного зала. Всего в конкурсной программе «Лицедея-2019» будет участвовать 9 театров региона. Почетным гостем «Лицедея» станет народный артист России Александр Михайлов. В Международный день театра 27 марта фестиваль подведет итоги конкурсной недели. Спектакли участников будет оценивать жюри под председательством народного артиста России, лауреата Государственной премии России Валерия Шеймана. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.